Всем привет! Сегодня коротко расскажу о своей коптилке холодного копчения. Вот у меня есть такой дымогенератор. В предыдущем видео я показывал, как я его сделал. Здесь и есть некоторые нюансы, вернее секреты. Он работает без компрессора, без какого-то нагнетания воздуха. То есть естественная тяга здесь идет. Она идет за счет того, что горячий воздух выдавливает дым по вот этой вот такой бы как бы сложной трубе. Здесь у меня есть отдельно топка и отдельно сам этот бак, где концентрируется дым. Но здесь есть дно, а сам дым поднимается по центральной трубе. Также в дне просверлена дырочка, чтобы конденсат сбегал вниз. Сейчас, если получится, покажу. Вот из-за того, что в топке происходит горение, дно как бы нагревается, и теплый воздух выдавливает весь дым. Дым идет по вот этой вот трубе. Она сделана у меня немного под наклоном, чтобы конденсат выбегал. И вот как бы сам коптильный шкаф. В коптильном шкафе на дно я сделал сборник для жира, вот такой вот рассеиватель для дыма. И сборник для конденсата отдельно. Он с трубы выбегает и там собирается. И когда дым выходит с трубы, вот эта вот оцинковочка, она его рассеивает. Вверху три трубы с крючочками. Также есть смотровое окошечко. И есть два вида дверей. Одни из москитной сетки. То есть можно в коптилке вялить и сушить рыбу. И, собственно говоря, уже глухие дверки. Для того, чтобы рыбу коптить. В скором времени, наверное, уже выложу видео, как закоптить рыбу. На этом все. Всем пока. До новых встреч.